Донбасс этой ночью снова обстреливала украинская артиллерия. Силовики атаковали позиции ополченцев на Дебальцевском направлении. Но самая сложная обстановка сейчас в районе Горловки. Накануне туда пришла новая техника, танки и тяжелые орудия. Город обстреливают сразу с нескольких сторон. Огонь очень интенсивный. В небе постоянно кружат беспилотники. Сейчас много разрушений и нет света и воды. Я в доме спал, когда первый раз прилетел. Хотел лечь на диван, подумал, не, пойду на кровать. Хорошо, что лег на кровать. Ну, а то... Прилетело в диван. Как раз в диван прилетело. В 10 часов лечь. В 22, короче, ночь. Да. В каком месте? В ближайшие дни ситуация может ухудшиться. Ополченцы опасаются масштабного наступления, нового уже.